В июне 2014 года в Чебоксарах откроется еще один садик. На Игерском бульваре идет реконструкция бывшей спортивной школы, которая базировалась в здании дошкольного учреждения. Ремонт идет полным ходом. Уже две недели на этой территории хозяйничают строители. По словам начальника ГУКСа, торги прошли 23 августа, а уже 28-го начались работы. Пока на данный момент на объекте работает более 50 человек. Планируется довести до порядка 70 человек с увеличением объема работ. Ну а так подрядчик работает по установленному графику. За 10 месяцев строителям предстоит выполнить большой объем работ. Кроме отделки, необходимо заменить инженерную инфраструктуру. Такие объекты требуют особого отношения. Электроснабжение, водоснабжение, отопление – все это будет меняться полностью. Ну и реконструкция самого здания тоже будет происходить, в первую очередь утепление. Почему? Потому что утепления раньше не было, сейчас предусматривается по новой технологии именно утепление, так, чтобы детям нашим было тепло и комфортно. Детский сад рассчитан на 9 групп, всего 220 детей. Сдать новое дошкольное учреждение строители планируют к 1 июня 2014 года. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика.